Так, решил по поводу, мне скинули ссылку на замеры китайского DBX, ну, то есть, как бы, этого, копии моего, как бы, то есть, мой оригинал, и, как бы, я сейчас даже это подтвержу для тех, кому интересно. Вот идут кабели, звуковухи, один здесь, другой, вон, и туда, но это еще мало. Это кто скажет, так это может идти откуда угодно и что угодно. Да, спорить не буду с этим утверждением. Так, спорить не буду. Закрываем эту штуку. Открываем ее заново. Так, вот мы видим ASIO Audient, USB, ASIO Driver 2496. То есть все это хрень. Так, и теперь мы делаем что? Открываем вот это. То есть подключено он у меня на среднечастотнике. Так, идем сюда. Нажимаем тест. Вот, видно, что есть, да? Смотри. Опа. Пропал, ну что-то. Оп, появился. Ну, вот лампочка тоже там. Вон, видно, что она срабатывает. Все это дело. Канал отключен, поэтому. Ну что, пруф, типа, что это реально как бы. Не просто приколы какие-то. То, что это оригинал, я и так знаю. Я его покупал, во-первых, не у дебилов с Китая и не с Авито. Во-вторых, я покупал его за нормальные деньги и так далее. То есть. Так. А что дальше-то из этого следует? А дальше мы нажимаем старт тест. То есть тест здесь полностью весь. То есть вот еще, если что, вдруг я убавлю. Вот оно убавляется. Так. Все. Зелененьким загорелось. Все отлично. Ну и старт-тест. Тык. Диент, USB. Так, вот данные наши. Сейчас подвину поближе, чтобы было все это видно. Какие цифры, какие замеры, какие тесты, то есть что, как, какая версия программы, то есть как, что, откуда выбрано. Первое, это наш очхак, я понимаю, вроде как. Вроде как, да. Это типа шумы. Минус 100. Ну, в целом минус 130, но здесь немножко вот вылазит. То есть шумы там такие минус 120. Ну там вот так вот. То есть это по этим. Ну это опять же, ее может там какие-то кабели, не такие, еще что-то. То есть. Поэтому, ну, такая вот штука. Так. Третье. Это у нас динамик райджи тест. Минус 60. Я не знаю точно даже что, это просто данные я показываю. Вот. Вторая есть гармоника, третья, четвертая, пятая. И вот есть канал Сталкер. Поиск мертвечины звука. И вот у них получилось, вот оно видео, то что это не картинка. У них то же самое. Так, подожди. Динамик, 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 динамик. Вот.
Ну-ка, динамический тест у них. Так, где-де-де-де-де. Сейчас мы откроем. Это третья. Но это еще от звуковой карты, к сожалению, может зависеть, поэтому... Ну, тоже минус 60 у них вот одна, а так у них немножко по-другому. Но это да, это потому что выходит сигнал звуковой карты, как без этого, это Audient ID14MK2, и заходит в микрофонные выходы. Но я их сделал на полный минимум, а здесь сделал на полный максимум. То есть вот такая ситуация как бы. Ну, а там, как говорится, как повезет. Поэтому тут как бы вот эта штука такая у них. Динамически это четвертый у нас как раз. Может, так много делать не надо, но сделаем как так, чтобы было хорошо, прям видно для особо слепых и глупых. То есть вот мы делаем, это они замеряют такой же DBX, тоже оригинал, как у меня. То есть кому просто очень интересно все это посмотреть. Так, убери-ка свои пальчики, мальчик. Вот то же самое. Большая, вторая, третья, четвертая и пятая. То же самое, по идее. Только как тут менять можно, не помню, местами. Вот белая, зеленая, тут одна меньше, да, это. Опять же, это я говорю, это зависит от звуковой карты, и плюс у меня разные кабели. То есть, если кому-то интересно очень, то есть вот оно видно, что кабели там разные, один 5 метров, другой 3, плюс фирма разные, там качество разное, поэтому тоже влияет на замеры, то есть полная повторяемость есть. Просто есть еще у меня ВКонтакте, в моей группе, вот тут человек как раз вот приводит это видео, вот оно здесь. Вот они все эти данные, что там у них получилось. 0025, 0039. Но это немножко будет еще зависеть от звуковой карты. Сейчас сравним с моими данными. Так. Минус 005, минус 10, у них 16. Ну, тут чуть отличается, но это от громкости зависит, подаваемой этой штуки. THD 0025. У меня 400, там 0025, у меня, грубо говоря, 41. Это уже, к сожалению, зависит от звуковой карты. У них, видимо, она получше. Дальше они ничего не измеряли. 4, да. Тут, как бы, к сожалению, зависит от звуковухи. У меня с этим не совсем, может, идеальные эти, поэтому... И вот, он приводит фото, как у сталкера, как это именно оригинал выглядит. Так, а как закрыть теперь это фото здесь? Вот, так, а вот как у него типа измерения показали мгновенную картину на уровне средства на поверхности второй. Вот так вот. То есть здесь вторая какая-то отсутствует. То есть, я честно сказать, не знаю, плохо, это хорошо, но здесь вот гармоники есть. До двадцатки. То есть здесь еще есть. Я, честно сказать, в этом не силен. Мне надо разбираться, с чем это связано. Вот четвертое вроде. Да? А, ну это потому что до двадцатки вот. То есть если кому-то... Вот она двадцатка, а это уже пошло дальше. 30 и сколько там? То есть после 25 примерно появляется какая-то залупа, идущая вверх. А так здесь все чисто. У китайца... уклона как бы чуть похуже, но опять же, если вы не какой-то ядерный кислотный аудиофил, то в принципе даже этот клон DBX на алике, который стоит сейчас где-то в районе двадцатки, он вполне себе, ну как бы, адекватный. Вот в чем дело. А вот, кстати, как вот это делать, я тест репорт, но я, честно говоря, не знаю, как это правильно делать. Тест репорт. Так, а как это тест репорт, что это такое? Минус, плюс. Честно сказать, не знаю, как делать этот тест репорт. Ну, то есть, как бы, вот, как бы, то есть, человек мучается и, типа, шумовая полка на 5 дБ выше оригинала. Ну, это, в принципе, нормально, это не критично. То
здесь вот так. Просто как бы мне смысл обманывать. Ну, так они репорт это делают. Это откуда-то, скорее всего, вот с этой, с четвертой. А вот как это делать? Такое А. Так, same lock. Mel. Lock. Да. Может быть это? NJ. Нет. Ну, честно сказать, не знаю, как это правильно делать, но, в общем, как-то так. Он результат боксит. Так, ну-ка, попробуем. А, график. А, график. Так. Деталь. Это еще понятно. График, а деталь. Ну, к сожалению, я не знаю, как это делать, как они такие графики выводят. Ну, то есть, китаец отличается. И вот здесь там какие-то конденсаторы не такие, плюс что-то он еще писал, что-то короче, так, сейчас знаю, вот это, да, так, АЦП, та идентичная, а вот стоящий операционный усилитель отличается очень сильно, вот оригинал, 4580, а здесь другие, наверное, где-то. Живите в игре по-другому, перебитые еще более. Да. То есть, короче, какие-то операционники, какие-то конденсаторы, то есть, ну, так, такие вот дела. То есть, в принципе, подшаманить это можно, но, опять же, это кто разбирается. А кто не разбирается, может не подшаманить. Да, это не цифровая часть, и даже не активная аналоговая. Это китайские гаврики засунули в себе. Коррекция у керамику вместо C0J. Не знаю, что это. C0JP сейчас заменил. Тарарам. Ну, то есть, чел вот как бы ковыряет все это дело там, по правилах. Тут я не знаю, что он делал, не делал. То есть статьи всякие интересные есть. И вот он вроде починил его. Или нет. После долгого перерыва левый канал белый цвет. Зеленый цвет. Весь тракт. Результат, что хотел, получил. Как бы вот типа... Чел просто что-то поменял, короче, и вот, типа, у него стало лучше. Такие вот дела. По поводу вообще данных мною полученных, получается, ну, вот так вот получается. Просто кому интересно, может, он посмотрит. То есть, может, я что-то неправильно замерял, может, не знаю, настраивал. То есть, ну, по крайней мере, данные вот как есть. Четвертое, вот это, я так понимаю, самое важное. Наверное. Пятая. Пятая у него была. Ну, не знаю. Не знаю, как должно быть, но, по крайней мере, у меня вот так. Опять же, это еще, может быть, некоторые данные зависят от звуковой карты, от кабелей, поэтому я не могу уверять, что... Я получил достоверные, прямо чисто линейные результаты, как бы, поэтому не знаю. Я думаю, это еще от звуковой карты зависит. Саму еще звуковую карту в идеале бы надо прогнать, но это тут передергивать кучу кабелей, честно сказать, мне желания особо заниматься этим нет. Ну, в общем, данные у меня вот такие по DBX получились. Многие данные, как я понимаю, да, они еще зависят, скорее всего, от звуковой карты, к сожалению, а ну, тут уже у меня нет звуковых по 200-300 тысяч, чтобы там проводить какие-то более точные замеры, поэтому вот. Просто я как бы говорю, что кто-то там писал, что типа, да, китаец, не китаец, разницы нет, там, да есть разница, как бы. Просто я его успел купить за 34 тысячи. Оригинальный DBX PA 2, а сейчас он стоит в том же, по крайней мере, магазине, я его видел последний раз за 88 тысяч. Кто-то скажет, так это ж пиздец, господа, ну надо полный трэш. Ну я понимаю, я согласен, но как бы опять же, я же говорю, если вы берете в пивнушку, то вообще похер. Если вы все-таки берете на качество, как я, то ну как бы... Не знаю, насколько...
китаец был бы хуже, и услышал бы я разницу, не услышал на слух. Но если там есть что-то, то как бы есть. Такие вот, короче, пирожки получаются с этими DBX-ами, хиромиксами.